Знакомьтесь, наш новый трек. Привет, Димон! Привет! Дай пять! Как у тебя настроение? Отлично! Ну давай рассказывай, что тут у нас происходит? Мы построили новый большой трек, крутой. У нас есть новый, огромный трехуровневый трек для машинок Hot Wheels, да? Да. Здесь у нас три платформы. На этом треке мы будем устраивать наши все новые крутые соревнования машин. Этот трек в основном предназначен для машинок Hot Wheels, которые как раз вот тут стоят. Но, может быть, да, будут участвовать и масштабные машинки. Посмотрим, разные соревнования мы будем устраивать. Так, посмотрите, у нас вот здесь старт. Здесь у нас, да, старт на верхней платформе. Здесь собираются все гонщики, которые участвуют в этом заезде. Ну, которые будут участвовать в заезде. Они все здесь выстраиваются. И вот здесь у нас начинается гонка, да? Так, здесь потом... у нас средняя платформа. Они гонят вот по этой очень-очень крутой наклонной трассе и попадают на среднюю платформу. Здесь у нас крутой поворот. Этот поворот, я не знаю, будет он во всех гонках участвовать или нет, потому что, возможно, мы будем делать просто прямой заезд на скорость. И вот здесь нет, вот у нас будет финиш. Мы будем просто простой. Да. Сюда, да, да, да. Вот здесь будет у нас, возможно, финиш. Но пока у нас здесь крутой вот такой вот поворот на 90 градусов. Вау, машинки по стенке вот здесь будут гнать. Здесь у нас зрители, да, те, кто приехал посмотреть на эти гонки. Потом... даже Капитан Америка приехал. Капитан Америка? Да. Вау, у всех истерика. Да. Потом машинки едут дальше, несутся по треку вниз. И куда они попадают? Финиш. И приезжают они на финиш. Здесь... ждут монстр-траки все эти. Здесь у нас стоят монстр-траки, которые даже будут встречать. Да, всякие разные. Да. Ну, машинки здесь стоят просто пока для красоты. Да. На самом деле, главное, что финиш у нас вот здесь заканчивается. Здесь у нас еще будут установлены флажки для финиша. И получается, машинки с верхней платформы, вот оттуда, они вот так на поворот и вниз вот сюда на финиш. Да. Это будут разные гонки на этом треке. Мы будем проводить разные здесь... разные всякие батлы там. Русские против иномарок. Да, версусы. Всякие разные, наши лучшие, лучшие наши гонки мы будем теперь проводить на этом треке. Посмотрим, что из этого получится, но для того, чтобы проводить крутые гонки на этом треке, нам на нашем новом треке, да? Да. Нам нужны новые гонщики. Да. И это... русские тачки и гоночные. Да, мы специально для первой нашей новой гонки купили новые тачки, вот такие вот у нас отечественные точилы. Шестерка, Веста. Да, и вот такие вот Hot Wheels новые. Бугатти Широн. Даже Бугатти Широн там есть. И это наши новые гонщики для нашей первой гонки, да? Да, они очень крутые. Ну давай уже их поближе посмотрим и откроем. Давай. Ну что, давайте уже посмотрим. Я выбираю первую Теслу. Так, вот сначала у нас будет Tesla. Model S. Model S, отлично, тут, давай. Тут написано электрокар. Ага, да, потому что она реально электрокар. Какой Green Speed. Окей, открывай. Так. Вау, блин, она уже выглядит как-то потрясающе. Отлично, крутая. Tesla просто огонек. Димон давно хотел, и у нас в коллекции до сих пор не было Tesla, это удивительно. Да. Вот такая. Это у нас первый гонщик из команды Hot Wheels, да? Да. Окей, ставим Причем мы сюда. Причем электрокар. Причем электрокар. Окей, следующий. McLaren Senna. McLaren Senna. Это же здесь из серии Forza, да? Это да, из игры. Да, из Forza Horizon 4. Forza Horizon 4. Прям как в игре. У Димона есть такая игра. Давай, открывай. Да, но нет тачки, к сожалению. Вау. Она, блин, крутая. Обалдеть, ну-ка показывай. Такой тоже у нас в коллекции еще не было до этого. Еще не было даже из видеоигр. Офигеть, классный гонщик. Очередной гонщик в нашей коллекции прибавился. Они будут соревноваться, давай следующий. Следующий McLaren 720S. McLaren 720S. И такой еще цвет классный. Ну-ка, хотя давай. Хотя мне напоминает McLaren с Jailbreak, там такой же был. Как в игре Jailbreak в Roblox, да? Да, он был точно такой же там. Вау, у нее цвет такой красивый. Короче, Димону в этом гонщике больше всего понравился цвет. Да. А ну-ка. И еще понравилось то, что она из Roblox.
Вы только посмотрите на нее, а. Какая красота. Вообще цвет, конечно, даже класс. Даже диски как из Mad City, там Pin Wheels они. Очень необычная. Давай ставь ее к гонщикам. Хотя это диски тоже как из Mad City, потому что там были такие диски, называются Pin Wheels. Pin Wheels. Окей, следующая. Кто у нас следующая? Mazda RX-7. Mazda RX-7. Это уже был мой выбор. Я хотел купить именно эту Mazda. Посмотрите, какая красотка. Отлично, давай, мне открывай. Мне нравятся в ней больше диски. Так. Сейчас. О, у нее зелененький. Зелененькая, ну конечно зелененькая, да. Блин, ну вот это классная. Вот это мне не зря я ее выбрал. Смотрите, какой, во-первых, цвет, во-вторых, раскраска спортивная. Класс, вот это настоящий гонщик. Я думаю, она в гоночках у нас будет в числе фаворитов. Давай, хотя... Хотя у нас есть такая еще одна, только другая. Да, другой, в другом цвете. Окей, ну и последняя. И Bugatti Chiron. Bugatti Chiron. Это уже Димон выбирал. Bugatti Chiron одна из самых дорогих машин вообще в мире. И одна из самых быстрых. Она, по-моему, установила рекорд вот недавно. Проехала со скоростью почти 500 км в час. Разогналась до скорости 500 км. Так, ну-ка, что она там? Она синенькая. Ну, синенькая, да. То, что цвет синенький, мы ее видим и через упаковку. Вау. Ну-ка, дай-ка я ее подержу-ка. О, блин, я держу в руках самую дорогую машину в мире, да? Да. Жесть, подожди, да, я еще не показал ее со всех сторон. Да, это реально точная, точная копия Bugatti Chiron. Ну, в принципе, этого стоило ожидать, это же все-таки Hot Wheels. Да, ну, класс. Hot Wheels может все. Hot Wheels, это, конечно, супер. Это все, супер. Давай, ставь ее туда, к нашим гонщикам. Итак, Hot Wheels-ные гонщики у нас открыты. Вот они здесь стоят. Вот. А теперь переходим к русским тачкам. Давай, какую открываешь первую? Lada X-Ray. Lada X-Ray. Давайте посмотрим. Это у нас Autogrand, Autogrand, Russian Series и Lada X-Ray в красном цвете. А теперь это, еще Russian Series. У меня много было раньше тачек. Ну да, у нас тоже их довольно много. Но все равно для нового трека мы обновляем коллекцию и открываем новые тачки. Поэтому Lada X-Ray, кстати, Lada X-Ray у нас, по-моему, до этого не было, да, с тобой? Да. Ну-ка. Но я еще пока не существовала. Давай-ка, смотри. Мне в этой Lada X-Ray что нравится, опять-таки, да, это цвет. Очень классный, а мне такой красный, ее сочный. Вид. Ну, внешний вид, да. Любителям Lada X-Ray и вообще Lada и отечественного автопрома это, конечно, должно понравиться. Если болеете за команду отечественных машин, то я думаю, вот это будет ваш фаворит. На, ставь ее к гонщикам, к остальным. Так. Так, а да, русские тачки будут у нас здесь. Следующее. Такси. Так, такси. Так, но я на ней вроде катался когда-то. Такси это кто у нас? Это Lada Vesta. Да. Lada Vesta такси, да, в цвете такси. А, можно я открою вот Давай. Так ее? А то мне одной рукой неудобно фотоаппарат держать и открывать. Ну-ка. Давай. Доставай дальше, я уже не могу. Ты все упаковку поменял. Да ничего страшного, упаковка нам все равно не пригодится. Итак, Lada Vesta такси. В желтом цвете, ничего неожиданного, все понятно. Да, классная, классная. Ставь ее гонщиком. Вот так у нас уже 2 на 6. А, 2 на 5, да? Так, теперь... Теперь следующее. Шестерочка. Шестерочка, это ж классика. Самая обычная шестерка. В самом-самом стандартном цвете, в белом цвете. На, открывай. Но она же российская. Если бы еще у нас была бы синяя и красная, то это был бы уже российский флаг. Да, цвета российского флага. Белый, синий, красный. Так, а вот уже показано, как тянуть. Оба, из гаража выезжает шестерка. Ну что, у нас таких шестерок было уже много. Это очередная шестерка в нашей коллекции. Но раз уж у нас новый трек, то мы решили обновить еще и машинки. Так что я новая шестерка. Шестерка. Давай, следующую, какую открываешь? Ну, вот эту. А это что за тачка? Это... Ну-ка, это она, кстати, кверх ногами лежит, поэтому непонятно, что это за машина. Это Lada Vesta, но она... Lada Vesta – это каршеринг. Вот такой у нас точно не было. Это совсем новая серия каршеринг. Если кто не знает каршеринг, что такое, это когда ты просто можешь взять машину на прокат, да? Да. Мы тоже с Димоном брали, катались, это очень-очень удобно. Но на Lada Vesta мы не катались, да? Да, мы катались на Kia. Ну или Мерседесе. Вау! Ну-ка. Это да, я покоцала. Да, я надеюсь, что все-таки не покоцала.
Вот такая вот Lada Vesta каршеринг. Вот здесь вот. Я думаю, что... Подожди, у них вот этот вот логотипчик, это, по-моему... Нет, это не Делимобиль, это какой-то Яндекс каршеринг или что это? Яндекс! Яндекс! Ладно, я не знаю. Короче, Веста в каршеринге. Все, отлично. Давай, следующее. Последнее, да, у нас, по-моему, остается? Да. Кто там? Это скорая помощь. Скорая помощь. Это десятка? Нет, это Лада Гранта. А, Гранта скорая помощь. Я почему-то думал, что это десятка. Ну ладно, можно я открою? Ну подожди. А, да я. Вот так. Открывайся. Одной рукой как будто бы выдавить этот зубную пасту из тюбика, но не получилось. Давай. И? У нее, кстати, это колеса какие-то более гоночные. Да, это колеса совсем не от Гранты. Но не суть. У нас же гонщики, поэтому и колеса должны быть гоночные. Это был последний гонщик, да, из тех, что мы купили для нового заезда. Ну-ка, да, я покажу. Смотрите, вот они наши гонки за отечественную команду. Вернее, не гонки, а гонщики, да? Да. Здесь стоят. А это в этом ряду стоят те машинки, которые мы купили для команды гонщиков Hot Wheels. Вот так это все выглядит. Это очень и очень круто. Ну что, возвращаемся на трек? Да. Ну что, вот наши гонщики стоят на старте. Вот отечественные и гоночные. И команда Hot Wheels. И еще, кстати, напишите в комментариях, какая вам команда больше интересна. Russian Series или Hot Wheels? Да, мы ждем ваши комментарии. За кого вы будете болеть? Отечественные гонщики? Russian Series. Russian Series, да, давайте ее так назовем. Вот они здесь стоят. Или все-таки вы болеете за Hot Wheels? Кто победит, мы пока вас не спрашиваем, потому что даже не представляем. Нам сейчас важнее понять, за кого вы будете болеть. За Russian Series или за Hot Wheels? Да, и гонка будет происходить на этом нашем новом мега-крутом треке. Кстати, мы ему еще не придумали название. Давайте устроим в комментариях голосование. Я пишите. Подумал. Так, ну-ка. Наклон с мега-поворотом. Наклон с мега-поворотом. Да. Ну, так себе название, но тем не менее первое начало у нас есть. Пишите в комментариях свои предложения для названия нашего трека. Например, ну-ка. Наклон-народ. Как? Поворот и наклон. И совместил наклонный рот. Наклонный рот? Наш трек будет называться наклонный рот. Нет, мне тоже это не нравится. Давай нашим подписчикам дадим возможность, пусть они предложат нам название. Ну что, гонка состоится уже совсем скоро, уже в следующем видео. Смотрите и не пропустите. Мы этот трек доработаем. Мы сделаем всякие разные приколюшки, украшалки. И гонка будет просто нереально крутая. Бомбезной. Все. А на этом на сегодня будем заканчивать. Так а что... ты подписался на канал Рыжикова? Да. Короче, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить эту гонку и много будущих новых гонок на этом треке. И пишите свои варианты названия нашего трека в комментариях, да? Да. Все, давай, на этом на сегодня все. Всем пока. Пока.